Добрый день! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Сегодня я буду готовить пастраму мультиварки. Пастраму я делаю из куриной грудки. Для начала надо разделать грудку, посолить ее и залить молоком. Потом поставить в холодильник. В идеале ее в молоке надо держать хотя бы ночь, а лучше сутки. Но у меня простояла она 4 часа. Вот. Она должна была просолиться там хорошо. В молоке замачу для того, чтобы мясо было сочнее после запекания. Итак, затем нам надо достать мясо из молока, просушить его бумажными полотенцами и обмазать вот такой пастой. Эту пасту я сделала из горчицы, жидкого меда, подсолнечного масла, добавила немного мускатного ореха и у меня вот такая приправа абхазская. В этой приправе много всяких разных трав. В принципе, приправу можете добавлять те, которые вы любите. Еще, конечно, хорошо было бы сюда добавить паприку, но у меня ее, к сожалению, нет. Вот. Сейчас обмажем обильно эти грудинки и перетянем их ниткой, чтобы они получились в виде рулетик. Вот что у нас получилось. Вот такие рулетики. Перетянула ниткой туго. Теперь это необходимо оставить на час, чтобы мясо впитало в себя все приправы. Прошел час. Я выложила мясо в чашу мультиварки. Закрываем крышку и выставляем программу выпечка на 20 минут. Так, выставила я программу выпечка 20 минут. Подождем, потом покажу, что получилось. Прошло 20 минут. Вот что у нас получилось. Вот я разрезала. Мясо получилось сочное, мягкое. Немного подрумянилось. Пахнет, конечно, очень вкусно. Я сейчас не удержалась, попробовала, отрезала себе маленький кусочек. Хочу сказать, что это очень вкусно, очень сочное мясо получилось. Советую всем попробовать. Да, будет отличная замена магазинной колбасе. Подожду, когда остынет все. Поснимаю потом ниточки, которыми я обвязывала мясо. Дождемся, когда остынет, и будем пробовать всей семьей. Готовьте, пробуйте, экспериментируйте. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы смотрели мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока.